12 сентября наступает один из главных праздников в исламе – Курбан-Байрам, означающий дату окончания хаджа, отмечаемую через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. В мечетях города праздничный намаз будут читать в 5:40 утра. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который пройдет в течение 3 дней с 12 по 14 сентября в 17 местах. Адреса сегодня будут размещены на официальном портале органов местного самоуправления города Казани kzn.ru. Службы города организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забою не в установленных местах. Для обеспечения перевозки горожан маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работу в этот день в 4 часа утра.